Здравствуй, юность в сапогах. В воинской части Орталых Национальной гвардии Республики Казахстан около 200 новобранцев приняли военную присягу. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Ровными рядами в ярких оранжевых беретах с автоматами в руках молодые бойцы вышли на плац воинской части. Сегодня очередное поколение призывников из Алматинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей дали клятву на верность родине, народу и президенту. Военная присяга – это не только нравственное обязательство, но и государственный документ, требующий безупречного выполнения обязанностей службы. Поддержать новобранцев в этот день приехали близкие и родные. Волновались они не меньше, чем сами призывники. Конечно, нас душа все переполнила. Мы очень рады увидеть его и гордимся своим сыном, что он пошел в ряды нашей армии, что будет защищать честь нашей Родины и нас защищать. Впереди солдат ждет год полной плодотворной работы. Военнослужащие будут овладевать профессией спасателя, совершенствовать боевую выучку, учиться оказывать первую медицинскую помощь. В этом будут помогать опытные командиры. Воинская часть уже более 25 лет воспитывает мужественных бойцов. В настоящее время личный состав части под командованием командира полковника Арлена Муркитбая выполняет задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории нашей области и по всем регионам страны. Я желаю новобранцам, чтобы они в процессе службы овладевали теми искусствами, которые будут обучать их старшее поколение и командиры. И их ждут родители, как сказать, родственники, чтобы могли в следующем году в таком же составе, в торжественном обстановке, чтобы мы их проводили домой, чтобы они в дальнейшем могли дальше защищать нашу родину. Трудности молодое поколение не боится. Год службы пролетит незаметно, уверены они. Зато день принятия присяги останется в памяти надолго. Впереди у военнослужащих выходные, которые можно провести с родственниками. А с понедельника начнутся солдатские будни. Да никаких ожиданий. Служить, служить, родине долг отдать. У меня нету мысли, сейчас у меня мысли другие. Наталья Гетман, Дмитрий Оборок, Айдос Садыков, 5 канал.